Так, сегодня четвертый день пребывания у нас в Севастополе. Завтра пятница, крайний день, так скажем. И в субботу мы рано утром уезжаем. Вот сегодня мы едем в бухту Иннал. Посмотреть на пляж, на саму бухту, на окрестности, позагорать. Посмотрим, в общем, какая там обстановка. Ну, в путь. Приехали мы в бухту Ласпи. Чуть она может быть впереди нас, но тут она, наверное, общее название бухта. Здесь называется место Батилиман. Вот такое место. Здесь пляж с той стороны. Мы зашли за камни от пляжа подальше. Там песочек. Искусственный или привезенный, либо он натуральный. Но здесь вот тоже немного песка. И вот такая мелкая-мелкая-мелкая галька. Прям очень мелкая камушка. Ногами прям даже приятно ходить ногам. И вот такое прекрасное море. Сейчас я поставлю камеру на штатив. Пока будут мои отдыхать, я поплыву в море. Покупаюсь, в костюме поплаваю. Вот. Ну и, может быть, сниму подводное видео. И камера запишет здесь пейзажи. Вот смотрите. Вот слева гора, мы мимо нее проезжали. Чтобы сюда проехать, мы ехали, по-моему, 6 или 5 километров. Ну, примерно там, пускай 4 километра мы ехали. Там 30 км в час, узкая извилистая дорога, туда-обратно, то есть две полосы только. И вот оттуда мы, соответственно, заехали. Вот какая дымка стоит. Вот смотрите, узкая дорожка, там на видео регистратор засняли. Покажем, увидите все. Так что так. Ну все, тогда до следующего включения.
Нет, ну пока подъезжаем на машинке. Ну, телефон своё. Сейчас накроем. Вот такой великолепный Батилиман. Мы его покидаем, отдохнули, я наплавался, они загорали. Выезжаем обратно.